Парамеция, управляющая душами, и парамеция, дающая душе вторую жизнь. Что ж, тут мне есть о чем рассказать. Контентику заказывали? Просто дай взглянуть на него! Здорово, Ханинадзука Накама Надзука на связи, Сору Сору Номи, дьявольский фрукт Биг Мам, что-то зачастил появляться в видосах на этом канале. Есть полноценный фулл разбор данного фрукта. Еще в недавнем видео топ-10 самых нереальных фруктов в пятерке лучших засветился. И теперь тут. Ну, о фрукте можно говорить много и разбирать его различные аспекты, сравнивая с другими, поэтому ничего страшного. Но сегодня будет интересно, так как будем говорить не только о Сору Сору Номи, но и о Йоми Йоми Номи, дьявольском фрукте Брука. Есть там пара интересных нюансов. Перед началом хочу сделать небольшое объявление, чтобы спонсоры канала именно на Ютубе были в курсе. Ребята, когда вы спонсируете канал, даже за самый символичный тариф, всем вам открывается секретное сообщество, где публикуются новости, видные только спонсорам. И там мы сделали анонс о том, что каждый новый спонсор может написать, какой из фруктов он хочет видеть своим, или просто назвать свой любимый фрукт. Каждый человек будет как бы бронировать свой фрукт, и мы будем добавлять их в стикеры. Фрукт Гору Гору Номи, Логия Молнии, Мера Мера Номи, Логия Огня и Йоми Йоми Номи, который будет в сегодняшнем ролике, уже забронировали. Эти стикеры добавлены в оборот, поэтому все, кто спонсирует, отписывайте о фруктах в отдельной теме в разделе сообщества на Ютубе. Также хочу поблагодарить спонсоров на Бусти. Ваша поддержка ничуть не меньше держит энтузиазм и продвигает канал за счет скорейшего выпуска новых роликов. Всем огромные благодарства. Анонс эмоджи стикерами закончен, теперь переходим к ролику Йоми Йоми Номи против Сору Сору Номи. Среди множества разнообразных видов дьявольских фруктов есть особенный тип. Это самые теплые, самые посидельческие, кухонные, душевные фрукты. И два из них сегодня на обзоре. Сору Сору Номи – парамеция, позволяющая пользователю свободно взаимодействовать с душами и манипулировать ими. На данный момент принадлежит Биг Мам. Йоми Йоми Номи – парамеция, которая позволяет душе пользователя вернуться в мир живых после смерти, но лишь единожды. При этом душа обретает визуально видимую форму и может переселяться в любые тела по желанию пользователя. Есть тонкий нюанс. Нюансик в том, что при поедании фрукта Йоми Йоми Номи, не зная, что именно за фрукт ты съел, в такой ситуации и находился Брук, ты теряешь способность плавать и не находишь никаких изменений в теле или возможностях до конца своей жизни. Можно представить бедолагу Брука, который съел Йоми Йоми, разучился плавать и все время считал, что у него какой-то проклятый и бракованный дьявольский фрукт. Свойства данного фрукта стали понятны ему только после того, как он умер. Это, конечно, потрясение, но зато какие. Я подвожу к тому, что в какой-то степени до тех пор, пока ты не умер и не активировал силу фрукта Йоми Йоми, данный фрукт в какой-то степени, еще раз подмечаю, является бесполезнейшим фруктом и очень сильно может озадачить своего носителя. До смерти является страховкой в виде запасной жизни. Но тут, конечно, мы будем уже разбирать именно активированный фрукт Брука и дьявольский плод, принадлежащий Биг Мам. Скажу вам заранее. Йоми Йоми Номи проигрывает Сору Сору Номи по многим критериям, сейчас перейдем к ним. Но есть одна вещь, в которой Йоми Йоми является просто занозой для сил фрукта Сору Сору Номи. Если кто-то не видел, советую посмотреть полный разбор фрукта Сору Сору Номи, он висит на канале уже довольно давно. Там есть еще интересные параллели с фруктом Мори Каге Каге Номи. Благодаря своему фрукту Биг Мам может манипулировать чужими душами, забирая их насовсем или частично, и вселяя в любые неживые объекты. Неживыми считаются все, кроме людей и животных. Лучше даже сказать, именно в неодушевленные предметы. Тем самым фрукт Сору Сору Номи в меру своих широких возможностей опасней фрукта Йоми Йоми. В свою очередь, фрукт Брука позволяет материализовывать свою душу, выходя из своего собственного тела, либо из любого другого, и проходить через любые предметы, кроме кайросеки и воды, подобно призраку, чем Брук неоднократно пользовался.
радовался, запугивая людей в виде своей призрачной души. Фрукт Брука не позволяет создавать что-либо новое, благодаря своим силам, в отличие от фрукта Биг Мам. Он более цельный, и манипуляция происходит только со своей душой. Он также не может именно благодаря магическим силам фрукта усилить свою душу, в отличие от Лин-Лин. Поэтому, конечно же, Сору Сорунуми намного выше данного фрукта. Но есть другие моменты, за счет которых фрукт того или иного типа может усиливаться и приводить к довольно высокому результату. Задолго до того, как нам показали способности фрукта Биг Мам, Ода, подчеркивая принадлежность Брука к музыке, показывал, как он, благодаря своим мелодиям, мог то усыплять, то обезвреживать врагов. Сначала это было показано как сила его игры на инструменте, но потихоньку Ода подводил к тому, что Брук пробуждает Соул Кинга, и благодаря этой силе он уже влияет на души людей, проводником которого является музыка. Брук, подобно Белла Бетти, может поднять боевой дух человека, влияя на его душу через свою мелодию, либо наоборот, подобно фрукту Пироны, погрузить душу человека в непреодолимую депрессию тем же образом. И вот, когда наконец Бруку пришлось противостоять Большой Мамочке, нам показали фишку, которая заключается в том, что Йоми-Йоми, благодаря Соул Кингу, которая скорее всего и является его пробуждением, так как это уже не сама душа, вылетающая из тела скелета, это именно повелитель душ, находящийся за спиной у владельца, может ломать основные способности фрукта Сору Сорунуми. Объясняю. Если мы берем именно силу фруктов, конечно же, Биг Мам куда сильнее Брука, но сейчас речь идет о свойствах фруктов и их возможностях. Биг Мам, создавая армию душек или даже особых ребят, благодаря своим силам обезвреживается силами фрукта Брука и конкретно Соул Кингом, который на корню подавляет души по собственному желанию. Конечно, сила использования зависит от силы самого духа владельца, но благодаря тому, что Соул Кинг и есть часть Брука, а не просто какая-то чужая душа, он может подавлять те души из изъятые Лин-Лин при помощи Сору Сорунуми. Именно этот момент я имел в виду, что Йоми-Йоми конкретно для Сору Сору слишком неудобный и даже грозный соперник. Да, на окружение Сору Сору в десятки раз превосходит Йоми-Йоми. По идее, Биг Мам должна покорять все души, но между собой. Наверняка во фрукт Йоми-Йоми была заложена сама идея автора о том, что это хоть и не такой могущественный фрукт, как у Биг Мам, но он является контрящим фруктом, находящимся в той же линии среди душевных фруктов. Если кто не знает, то Брук — это любимый персонаж Анимамори Тян из всего One Piece, как для меня является Крокодайл. Но поскольку Анимамори девушка приличная, она, конечно, не будет показывать Бруку то, чего он так желает. Итог видео таков. Биг Мам, безусловно, сильнее Брука во всем. Фрукт Сору Сору опаснее и по своим характеристикам обширнее фрукта Йоми Йоми Номи. В плане влияния на окружение. Но Йоми Йоми Номи способен контрить именно Сору. Сору Сорунуми, являясь королем душ. Не зря он зовется именно королем душ, поэтому Брук не так прост. Особенно против Биг Мам, хотя готовности ему противостоять Йонку пока, конечно, не хватает. В плане результата. Но фрукт Брука способен контрить Сору Сорунуми. Бруку сейчас 90 лет, с учетом двухлетнего таймскипа, Лин-Лин же 68. Для него она юная леди. Но, конечно, за данные годы они оба познали свои фрукты на максимум, и каждый, конечно же, пробудил свой фрукт. Спасибо тем, кто был на ролике от начала и до конца. Пишите комменты, если найдутся те, у кого Брук является любимым персонажем, как у Анимамори. Оценивай ролик лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить интересные ролики по нашей любимой вселенной. Кстати, завтра приходите на стрим, думаю, как обычно, в 6 вечера по Москве. Два садовода на нас сильно обиделись, и один даже пустил слезу. Так что все не зря, ребята, все не зря. За флот Накама и двор. Ломаем в упор. Вступайте в Дискорд Пиратская Бухта. Людей, входящих в дивизии, уже перевалило за 500, так что растем и топим. Если имеешь возможность и желание, поддержи канал на Бусти. Помимо простой благодарности, там есть множество различных ништячков. Ссылки на Бусти и Дискорд в описании под видео и в закрепленном комментарии. Покорим все моря и станем королями вместе. До скорых встреч. Кампай. Come.
дьявольские фрукты. Переваривай аригато, ой бой. Интонацию свою смени на тон. Мечты они стени, губу забей на то. Смотри, а то упустишь шансы. Все мечты раздавит пейнари хакол. Ой бой, слушай меня, бой, вой. Вытри кровь, вой.